На южном объезде в лобовом столкновении погиб 28-летний водитель фуры. Страшная авария произошла в ночь на среду. В районе 3 часов на 181-м километре М7 «Волга» многотонный большегруз вылетел на встречную полосу. Водитель автомобиля «ДАФ» 1996 года рождения, следуя в направлении города Москвы, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания» под управлением водителя 1981 года рождения. От удара кабины обоих тягачей сдавило так, что пришлось вызывать спасателей. Они деблокировали выжившего водителя «Скании». С тяжелыми травмами его увезли в больницу. Водителя грузовика «ДАФ» спасти не удалось. Он скончался на месте. Что привело к ДТП, выяснят полицейские. Не исключено, что глубокой ночью дальнобойщик мог заснуть.